Всем добрый день, с вами канал Mazda MPV, колхоз «Наше все». Рассказываю немного о работе и логике работы свечей накала нашего двигателя. Вот сюда вот у меня выведена лампочка накала свечей. Вот здесь вот есть спиралька, значок накала. Вот сегодня утро. На улице у нас 4 градуса тепла. Здесь 4 градуса тепла. И здесь показывает, ну, 5 градусов тепла под капотом. Вот, на 1,5 градуса больше. Это электронный датчик показывает. Логика работы наших свечей следующая. Вот смотрите. Включаю он. Заработали свечи. Через 3 секунды тухнет спиралька, но свечи продолжают работать. Реле свечей продолжает работать. Работает оно в зависимости от того, насколько, как оно настроено, там, от 12 до 14 секунд. Все, потухло. Выходим. Вот сейчас я опять запущу и там под капотом покажу, где находится реле свечей. Вот, включил. Вот оно, реле свечей. Вот фильтр, и вот здесь вот стоит реле свечей. Оно сейчас щелкнет. Вот, щелкнуло, все. Существует ошибочное мнение, что если вот эта лампочка накала свечей, которая находится на приборке, потухла, то значит свечи уже прогреты. Это не так. Свечи работать продолжает на холодный двигатель минимум 12-14 секунд. Вот, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ну, чуть-чуть ошибочка, погрешность, я говорю, 14 секунд. Кому это не ясно, кому это непонятно. Самый интересный момент, что если мы произведем сейчас запуск, даже во время запуска, когда мы поворачиваем ключ на старт, свечи продолжают работать. Вот смотри, сейчас я, не дождавшись отключения свечей, да, через секунд 6, 7, там 8, вот, начинаю запускать. И вот смотрите, свечи будут гореть. Видите? Они даже не потухли. Вот мои прогревочные. Машинка завелась. Свечи работают. Свечи работают до того момента, пока здесь температура не будет 52-54 градуса. Стоит электронный датчик, совмещенный вот с этим датчиком. На горячую свечи тухнут, даже вот эти вот где-то, если будут после, опять же, двигатель нагрет, да, там 50 градусов, то они тухнут, ну, практически сразу. Еще. Если вы начинаете движение, в это время свечи еще продолжают прогревать цилиндры, температура меньше 52-54 градусов. При повышении оборотов более 1500-1800 оборотов свечи тоже начинают тухнуть. То есть они уже не способствуют горению. Как только вы педальку отпустили, свечи тут же начинают работать. Вот такой принцип и логика работы наших свечей. Вот сейчас двигатель пока не нагреется до 52 градусов. В общем, вот так вот у меня обороты поднимаются до 1250 в холодную погоду. Пока все, чуть попозже. Сейчас машина еще движение, тоже покажу на непрогретом двигателе, как включается и отключается свечи. Еще один момент упустил. Вот здесь в блоке цилиндров, вот здесь вот рукой не достать, но здесь, в общем, есть двухконтактный датчик, который влияет на работу свечей. Если он неисправен, если сопротивление не соответствует номиналу, то прогрев двигателя с помощью свечей не происходит, и отключение и подключение нашего реле то же самое. В общем, происходят глюки и траблы всякие разные по работе двигателя. Первое, что нужно сделать, если у вас начинает при заводке двигатель
не заводиться, да, в холодную погоду. Если двигатель начинает заводиться, начинает троить, белым дымом чихать в течение там 10-15 минут, пока не прогреется, это признак первого. Первое, это признак того, что неисправен этот датчик, раз, неисправно вот это реле накала свечей, вот это вот, или одна из четырех свечей, которые здесь стоят, ну здесь у меня ПЗ-39, очень хорошие свечи, ой, ПЗ-39, оригинальные свечи маздовские стоят, которые с этим двигателем шли. Одна из свечей неисправна, или несколько. Так что смотрите, понимайте, обсуждайте, говорите свои рекомендации. Вот смотрите, сейчас буду набирать обороты, да, и посмотрите по работе. Видите, отключились свечи, смотрите, оп, включились. Опять, смотрите, набирает обороты. Оп, оп, выключились. 1700, 1800. Опять снимаю педальку, падают обороты, свечи включились. И легонько-легонько поднимаю обороты. Оп, выключились. Все, сейчас смотрим. Вот у меня температура градусов 42 градуса, 43, да? И когда у нас отключатся свечи? Здесь будет все в ускоренном темпе. Вот, 45, едем прямо. Свечи еще греют, видите, да? Обороты у меня 1500. Это я только из дома выехал. 47. 48. Свечи греют. 49. Пятьдесят один, вон свечи греют. 52, видите, 52. Все, свечи отключились. Вот 52 градуса, 53, да? Все, свечи не работают.